Так надо слушай, уже. что у вас там вообще? Ты рассказывай, что у вас там. Ничего у нас хорошего нету. Так один, вы все на этом же месте? Все на этом же месте. А это самое, народу все? Уходят, уходят люди, уходят. Как уходят? Убегают, что ли? Да, так убегает. А как, блядь, 5 дней под дождем, не спавший? Не это спавший. Дезертирство, смотрите, блядь, это убегите. Мы в декабре, если нас в отпуск не отпустят, мы тоже уйдем. Блядь, ты просто не представляешь, мы в болоте живем, у нас все течет, нас не поспать, не пожрать, блядь. Ну, а командир ваш уже с вами? Командира мы своего нового не видели, у нас поменялся командир. Так нам сказали, вас просто отсюда не выпустят. А чего? А как это просто не выпустят? А потому что они боятся, ты ебать, полк Клинцовский этот. Они боятся, что в прокуратуру... Потому что здесь снабжения никакого нету. Здесь ни еды, ни... Ну, понятно. Мы собрались с липецкими пацанами. Мы выберемся отсюда. Пацаны отсюда уходят каждый день. Каждый день просто. А куда они вообще уходят? Как они уходят? Там же вокруг хохлы. Да не вокруг хохлы. А? Есть. Ну как вокруг? А ты вот передо мной стоят сейчас. Вот я стою, вот с тобой фонарики. Ага. А уходят они, блядь, в тыл. И уходят через границу. Мне, я, всем, кто паспорта домой отправил. Если бы мы паспорта домой не отправили, мы бы съебали очень просто отсюда.